Кто пытается познакомиться с вами через интернет? Вербовщики запрещенных сект и террористических организаций. Аферисты. Извращенцы и даже маньяки. Люди очень легко поддаются внушениям. А вы знаете, кто сейчас сидит по ту сторону монитора? Вы часто и не подозреваете, с кем делитесь интимными тайнами. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.